Запустили наших собак домой. Вот она, Герда, легла на кафель, на прохладный, и довольна, тащится. Вот она, Хася, ходит, бродит. Где-то Арчи там. Вот он, шторы закрыли, чтобы солнышко не так проходило в дом. Иначе будет пекло и в доме невозможное. Ну вот, запустила их домой, чтобы немножко облегчить им их существование, потому что они во дворе роют норы и в землю зарываются. Но отряхнула их, все равно мне убираться. Собаки ко мне, все равно убираться, поэтому позволила им зайти в дом. Идем, мои хорошие. Хасенька, Хасенька, что ты такая любопытная собака, а? Арчи, Арчи, Герда там лежит. Все, ей ничего не надо, ее запустили домой. Арчи что-то тут хозяйничает на кухне. Арчи, что делаешь? Собираешь крошечки, да? Дети мой хороший такой, иди сюда. Арчи, ко мне. Ко мне. Побалуем немножко наших собак. Я думала, они лягут и будут лежать. Нет же, они рыскают везде. Вот она и Гердочка пришла. А вот она, Хасенька моя. И Арчи. Все здесь. Ну, куда ты лезешь? На диван нельзя. Нет, нет, иди сюда. Нельзя на диван. Вот, ложитесь тут. И отдыхайте. Посмотрим на их поведение, как они себя будут вести. Насколько я выдержу держать их в доме. Ну, прям жалко собак. 35 было в тени. Вот так Сибирь, Алтайский край. Ложись, Герда, ложись. Грязные, ну как бы с них грязь не сыпется. Но... Вот, молодец, Герда, умничка. Ты моя девочка. Красавица, да? Моя красавица. Эй, ты любопытный мальчишка. Ты что тут вынюхиваешься? Куда пошел? Сейчас успокоятся, лягут и будут лежать. Им же надо все проверить. Они в доме не были с зимы, потому что была ужасная грязь, и мы их не запускали в дом. Ну, а сейчас вроде как они сухие, не марают, поэтому пусть побудут дома немножко, понежатся. Арчи неугомонный, куда-то все норовит. Проверить что-то. Хася, ты что, как ищейка, нюхаешь? Герда вон легла и лежит. Герда, жарко тебе, иди попей водички. Я там налила вам водичку прохладную. Ты моя девочка. Ладно, пойду заниматься своими делами. Если что, придется попросить их опять на улицу.